Добрый день. Смотрите, значит, так выглядит узел отделения бумаги. Он стоит сейчас в закрытом положении. Вот, пальцем двигается. Он стоит у вас так. Нужно сначала взять пальцем, снять, чтобы не было блокировки. И потом его руками, он вот так вот выпадает. Берете руку, он выпадает, вынимаете. Вам нужно добраться до вот этой вот части. То есть это разделительная пластина. Вам нужно снять, посмотреть, как она работает. Если она вот так работает, как здесь, в четыре стороны, вперед, назад, крутится, это выработанная. Она должна работать только вправо и влево. Все, никуда больше не ходить, ни вперед, ни назад, ни по бокам. Здесь она куда хочет, туда ходит. То есть это уже вам нужно поменять. Вот снимается пластик. Вот эти защелочки, а здесь дырочки есть. Видно, вот одна, вот вторая. То есть они уже выработаны по пластику. Вот эта штука тоже со временем вырабатывается, она закусывает. Но сейчас она здесь работает нормально. Значит, мы добрались до вот этой части. Это основание разделительной пластины, вот ее номер. Сама разделительная пластина, она изнашивается, видно тут немножко. Так поставить, видно. Но это не критический износ. И вот сама металлическая накладка. Снимается она очень просто, отодвиганием. То есть отодвинули, сняли, пластина там приклеена, клеющий слой, отодрали, новую поставили и планка этой, вот, покажу. Да, резограф какой-то из автомата. И вот ее поставили, вот она все, элементарно делается. Ой, 650. Закрыто. Все. То есть вам нужно поменять, наверное, разделительную пластину и основание. Да, пожалуйста. Если узел такой же стал, достаточно. Если узел другой стоял, вот эта часть конкретная, то нужно тогда будет и металлическую накладку менять. В общем, попробуйте сначала сделать это или показать мне, что у вас. Мне надо видеть. Я по телефону уже ничего не понимаю. Мне объясняют 20 звонков в день. Кто что говорит, я не помню. Покажите мне видео, как я вам показал. Я вам постараюсь помочь.